Работа по оказанию помощи ранее судимым лицам в городском округе Самара активно ведется сотрудниками Центра занятости населения. Бывшим заключенным подробно разъясняют, что нужно сделать для того, чтобы работодатели не исключили их из потенциального списка соискателей на вакантные места. Рамки по подбору такого персонала ограничены. Ранее судимые не могут, к примеру, работать в дошкольных, общеобразовательных учреждениях, инвалидам второй и третьей групп еще сложнее. На трудоустройство граждан судебной истории большинство контор идут неохотно. Тем не менее, благодаря слаженной работе Центра занятости населения и профильных ведомств, многим все же удается найти работу, некоторым даже по специальности. В ходе совместных мероприятий 112 лицам, стоящим под административным надзором в отделах полиции, то есть через Центр занятости населения, было предложено трудоустроиться. А данная работа во взаимодействии с Центром занятости населения, она будет продолжена. Только с начала этого года в Центр занятости населения обратились более 60 человек. Из них 53 человека получили статус официально безработных. Всем без исключения оказывается психологическая помощь и помощь в трудоустройстве. Проводятся мероприятия по социальной адаптации и социализации. Кроме того, законодательство позволяет начислять пособие тем гражданам, которые осуществляли трудовую деятельность в местах лишения свободы. Если раньше всем этой категории назначалось пособие 1500 на 3 месяца, то сейчас мы назначаем пособие в процентном соотношении в течение полугода. Это немножко тоже привлекает эту категорию граждан, все-таки это не 1500. На заседании комиссии по профилактике правонарушений городского округа Самара затронули вопросы миграционной ситуации в столице региона, а также рассказали о мероприятиях, которые проводятся Роспотребнадзором по пресечению правонарушений в сфере незаконной реализации алкогольной продукции. Все вопросы находятся под наблюдением контролирующих ведомств. Лучшие сотрудники управления МВД России по городу Самара были награждены почетными грамотами главы города. В их числе заместитель начальника полиции и охраны общественного порядка управления МВД России Михаил Гусев, старший участковый уполномоченный полиции отдела по делам несовершеннолетних Виталий Глебов и многие другие. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События.